Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Google Pixel 7 Pro. И сейчас мы разберемся, как сделать резервное копирование данных и чатов в приложении WhatsApp на данном устройстве. Что ж, мы переходим в WhatsApp, после чего нажимаем на три точки в правом верхнем углу и переходим в настройки. Здесь мы нажимаем кнопку «Чаты» и идем чуть вниз, нажимаем «Резервная копия чатов» и нажимаем «Резервное копирование». После чего резервное копирование будет произведено, и на этом, в принципе, все. Но на всякий случай также убедитесь, что у вас настроен аккаунт, то есть что резервное копирование производится на тот аккаунт, на который вы хотите. Если нет, то воспользуйтесь функцией «Добавить аккаунт». И также, на всякий случай, проверьте здесь, чтобы у вас был автоматически настроен на копирование на Google Диск. Так вы с меньшей вероятностью потеряете данные. Ну и, в принципе, на этом все. Здесь вы можете проверить, когда последний раз была сделана копия. Да и, в принципе, все. На этом мы закончим. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!